Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа регион», я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Первый среди равных. Проект анапского студента признан одним из лучших в крае. Впереди еще один этап конкурса. Как прославиться хорошими делами? Анапский предприниматель сделал подарок городу и его жителям, отремонтировав за свой счет тротуар. Как приручить дрона? Юные техники со всей страны осваивают в Анапе высокие технологии и учатся управлять беспилотниками. Глава Анапы Юрий Поляков выехал в Субсехский сельский округ, чтобы лично убедиться, соответствует ли действительности отчет его подчиненных. Юрий Федорович осмотрел участок под будущий сквер, объекты жилищно-коммунальной сферы, о которых шла речь на общегородской планерке. Много слов, но мало дела. Такой вывод сделал глава Анапы, осмотрев участок под сквер, где, по его мнению, уже должны быть высажены деревья. В очередной раз будет упущено время, и сквер еще на год останется в планах. Проект сыроват, нет техники и согласования собственника смежного участка. Это не аргументы, чтобы ничего не делать. Давайте будем делать, пока с собственником мы разбираемся, да? Так. У нас есть время, Валерий Жоржевич. Берем поручение, записываем на следующей неделе, чтобы тут мы все сделали. То есть поручение в ЖКХ Бузуновой, все это на контроль. Там, где собственник, пока не трогаем. У нас есть где и чем заняться. Снос деревьев, убрать мусор, навести порядок, да, мусор мы начинаем подпланироваться и сажать деревья, а потом дальше идти. Потому что мы никак не начнем, мы только говорим, говорим, никак не начнем. Значит, хватит говорить, давайте делать будем. Контрольный день, следующая пятница. Что сделано за неделю? В Варваровке на улице Зеленая завершают монтаж ливневой системы. Она должна забрать на себя избыточные паводковые воды. Это съезд к детскому саду. По нему подвозят продукты и вывозят бытовые отходы. Склон очень крутой. Одна ливневка может не решить проблему, считает Юрий Федорович. Вы поймаете в ту ливневку, вот. Основную часть поймаем, Юрий Федорович. Основную. Но все равно что-то будет идти, да? Но оно частично будет уходить по склону туда. Здесь просто отгрейдировать, мне кажется, мало. Тем более там бетон, там асфальт. Здесь надо, я даже затрудняюсь идти, ее надо укатать, наверное, здесь как-то вот. Ну, мы собираемся щебневую фракцию подсыпать и подукатать. И закатать ее, закатать надо. Верно, да. На территории самого 33-го детского сада тоже немало работы. Отапливает здание котел, который в буквальном смысле морально устарел. Найден инвестор, он поставит современное оборудование. А вот чтобы наружная стена не сырела, нужны не инвестиции, а лестница и рабочие руки. И вообще садику не хватает хозяйской заботы, отмечает глава Анапы. Есть предложение вот туда детскую площадку, да? Да. Детскую. Да. Значит, запишите, скажите мне, я расскажу вам. Надо будет поставить туда детям детскую площадочку. Туда они есть, пластиковые такие, конечно, хорошие, чтобы они могли там. Я смотрю, не красили давно. Вот как-то нету теплоты, вы знаете. И еще одна остановка на улице Фрунзе в Субсехе. Здесь положили канализационную систему, но пока подключили к ней не все здания и дома. Три дня дает Юрий Поляков, чтобы решить эту проблему. По каждому своему поручению глава Анапы хочет видеть результат. Надо разобраться, что с этим зданием, что это такое. Это его, пусть там приводит его в порядок. Если оно ему не нужно, значит, мы ему найдем о применении этому дому. И поручение Лыткину, чтобы он после себя навел порядок здесь, где он окопал вся грязь, а на дороге. Только сегодня с ним разговаривал. Ну, так разговаривать мы разговариваем, интересует конечный результат, то есть наведение порядка. По выезду в Субсехский сельский округ будет составлен отдельный список задач для городских служб. В администрации состоялось совещание под председательством руководителя региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края Сергея Милованова в рамках разъяснительной работы по вопросам предоставления коммунальных услуг. В нем участвовали руководители и представители органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ, управляющих компаний и органов ТОС.
Началось совещание на торжественной ноте. Глава НАПА Юрий Поляков и руководитель РЭК Сергей Милованов вручили главному специалисту управления ЖКХ Анапской администрации Татьяне Поповой за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм юбилейную медаль 80 лет Краснодарскому краю и 225 лет со дня освоения казаками кубанских земель. Наш сотрудник отмечает хорошую исполнительную дисциплину, качественно подготовку документов. Вот, поэтому спасибо вам и успехов дальнейших. В продолжении мероприятия Сергей Милованов отметил, что цены образования и тарифы на жилищно-коммунальные услуги всегда вызывают много вопросов у населения и призвал управляющие компании ТСЖ, ресурсоснабжающие предприятия, самым внимательным образом относиться к обращениям граждан. Да, бывают иногда и, наверное, так скажем, заявители, которые 10 раз ходят, да, и нужно им объяснять, вот, устали объяснять, но от этого же ничего не меняется, от того, что не сделали свою работу, и целый аппарат, там, начиная от московских чиновников, значит, с учетом краевых, и муниципалитета будет эту работу выполнять за вас. Поэтому, значит, эту работу нужно выполнять, и тогда у граждан будет доверие к власти. Также в своем выступлении он осветил основные параметры тарифного регулирования, рассказал о главных документах, определяющих уровень тарифов. Завершилось мероприятие личным приемом граждан, которые обратились к руководителю в индивидуальном порядке. Анапа во власти золотой поры. Если для обывателя осенний листопад – это красивое природное явление, то для коммунальных служб – настоящая головная боль. Опавшие листья забивают ливневые системы, засоряют дороги и делают скользкими тротуары. Задача коммунальных служб – как можно скорее убрать опавшую листву, но объемы работ по всему городу весьма велики. На помощь коммунальщикам приходят муниципальные служащие. Так, сегодня на улице Мелькова высадился настоящий трудовой десант. Сотрудники централизованной бухгалтерии городской администрации собирали опавшую листву и мусор вдоль дороги и на пешеходных зонах. Каждую пятницу мы ходим убирать. Чистим свой город. Любим свой город. Приглашаем всех желающих нам помочь в этом деле. За 2 часа специалисты очистили более 600 квадратных метров территории. Собранная листва была упакована в полиэтиленовые мешки, которые позже вывезли коммунальные службы города. В осенний период уборка листвы требуется регулярно. Субботники проводят не только муниципальные служащие, но также общественные объединения и студенты. Впрочем, внести свой вклад в общее дело может каждый. Вместо сигаретной затяжки надуть воздушный шарик предлагали анапчанам участники коллектива театра-студии «Аквариум». На главной площади курорта активисты организовали антитабачный флешмоб. Акцию приурочили к Международному дню отказа от курения. Прохожим предлагали надуть воздушный шарик всего за 2 выдоха. Причем сделать это было необходимо, соревнуясь с ведущим. Ежегодно в результате курения в России умирает почти 1 000 000 человек. Ужесточение законов о курении, запрет перекуров в общественных местах, публикация фотографий страшных последствий курения на пачках, как правило, не способны переубедить самых заядлых курильщиков. Активисты акции уверены, что человеческий призыв намного эффективнее обычных запретов. Нужно напоминать людям об этом. Нужно воспитывать молодежь на этом. Все-таки, кто бы ни говорил, все, и курящие, и не курящие люди, все уже сошлись во мнении, что курение – это вред на самом деле. Человеческий организм вполне спокойно может обойтись без этого. И лучше тратить время, деньги на что-нибудь более интересное. Например, на шарики. Все прохожие, которые стали участниками необычного флешмоба, получили в подарок воздушные шары и позитивное настроение. К слову, среди участников акции не нашлось ни одного курящего человека. Замечательно, молодцы. Я приветствую это всей душой. Я готов даже помочь им в какой-то мере также с ними походить и поагитировать, чтобы люди не курили, не пили, вели здоровый образ жизни. Это просто замечательно. Наш сетевой партнер – Радио Европа Плюс, снова номер 1 в России. Популярная радиостанция побила мыслимые и немыслимые рекорды. Число слушателей, которые каждый день настраиваются на волну, преодолело отметку в 12 300 000. Также Европа Плюс снова подтвердила звание абсолютного лидера по еженедельному охвату. Более 25 100 000 человек и доля рынка по аудитории 10,1%.
Напомним, одна из самых популярных радиостанций звучит в Анапе на волне 102.8 FM с 2006 года, уже более 10 лет. Европа плюс Анапа пользуется огромной популярностью. Нас слушают в Анапском и Темрюкском районах, а также прибрежной территории Новороссийска. В нашем эфире ежедневные новости, прогнозы погоды и любимая анапчанами программа «Анапа онлайн». Настраивайтесь на волну самого популярного радио Европа плюс в Анапе 102.8 FM. Анапчанин представит курорт на краевом конкурсе. Студент анапского филиала Сочинского государственного университета Кирилл Великоцкий стал одним из лучших по итогам полуфинала конкурса «Студент года». Теперь ему предстоит побороться за победу в финале в номинации «Первый среди равных». Педагоги Кирилла в его победе не сомневаются. Наши корреспонденты познакомились с активистом и его работой, которая покорила краевое жюри. Кирилл учится на первом курсе факультета государственного и муниципального управления. Еще со школы принимает активное участие в общественной жизни города. Проходил практику в городской администрации. Он не только участвует в различных мероприятиях, но и помогает в их организации в качестве волонтера. А в прошлом году Кирилл занял призовое место в конкурсе «Гражданская консолидация 2016». По словам активиста, конкурс «Студент года» – отличная возможность донести свои идеи и проявить лучшие качества. В номинации «Первый среди равных» ему досталась тема «Космос». Он раскрыл ее в проекте астрономических кружков для детей-инвалидов и учеников начальной школы. Нам раздавали проекты, и мне досталась тематика космоса. И я решил развить вот эту тему, потому что это очень актуальная тема в космосе. И все меня поддержали. Я решил расширить масштабы проекта, естественно, набрать активистов из нашего университета. Требования к конкурсантам непростые. Студенты должны уметь заинтересовать публику и привлечь людей к общественной деятельности. Как говорит сам Кирилл, он не гонится за золотом. Главное – доказать своим примером, что каждый человек способен на большее. Студента поддерживают однокурсники, родители и педагоги. Желаю ему только победы. Мы надеемся на это, потому что у него есть где-то все шансы. Мальчик за время обучения показал себя с хорошей стороны. Он добросовестно готовится к занятиям, ответственный. Отношения с ребятами в группе у него хорошие, активные. Финальный этап конкурса прошли 19 человек. Он пройдет в Краснодаре уже в декабре. Пока организаторы не говорят, какие испытания подготовят для участников в финале. Но педагоги СГУ уверены, Анапу представляет достойный претендент, который справится с любыми задачами. И еще о достижениях анапчан уже на международном уровне. Анапские хоккеисты победили в престижном европейском турнире. Хоккейный клуб «Анапа» стал чемпионом международного турнира в Праге. Анапчанам удалось обыграть две сильные команды. В полуфинале наши земляки встретились с командой Канады и победили с сухим счетом 2-0. В финале команда Чехии также получила поражение от анапской сборной. Счет 4-0. Поздравляем победителей. Эстафету добрых дел решил запустить анапский предприниматель. Андрей Ворсов сделал подарок городу и его жителям. Он за свой счет восстановил тротуарное покрытие одной из пешеходных зон курорта и призывает всех неравнодушных анапчан последовать его примеру, внести свой посильный вклад в благоустройство курорта. Пешеходная дорожка возле дома 151 по улице Ленина несколько лет находилась в разбитом состоянии. Ходить по ней, особенно пенсионерам и мамам с колясками, было трудно, а после дождей и в темное время суток даже опасно. Предприниматель решил не дожидаться, когда подойдет очередь по плану ремонта до этого участка, и восстановил его сам. Ходишь с него, ну, ноги сбиваешь реально об эти камни все. Я здесь живу уже 2 года, и поэтому надоело, как деньги появились, я решил это просто сделать, ну, чтобы нормально было, можно ходить всем. Сказано, сделано. Предприниматель заказал машину с бетоном и нанял рабочих. Буквально за 4 часа 40-метровый участок тротуара преобразился. Жителями района оценили поступок. Молодой человек обрадовал нас, который проживает рядом с нами. Он позаботился о том, чтобы дорожка к нашему магазину в нашем доме была комфортной. Потому что до сих пор здесь был, конечно, очень ранимый и травмоопасный тротуар. Для всех нас. Спасибо большое Андрею. Кроме того, на этом участке предприниматель собирается провести освещение и отремонтировать дорогу, ведущую к дому. Он убежден, что решить все вопросы разом ни одному муниципалитету не под силу. Но социальная ответственность должна присутствовать у каждого предпринимателя. И такими небольшими, но нужными делами можно сделать родной город еще лучше и краше. Я хочу, самое главное, сделать обращение к предпринимателям города, чтобы посмотрели, чтобы каждый в том месте, где он может что-то сделать, чтобы делали сами. Чтобы, хочу запустить такую акцию по Анапе, чтобы украсть свой город или что-то в таком духе. Ну,
Реально, давайте уже сами делать то, что мы можем сделать для Анапы. Украшать роботов учатся школьники со всей страны в Анапе. На базе Всероссийского детского центра «Смена» в учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего» проходят мастер-классы по робототехнике. Ребята учатся собирать и разбирать беспилотные летательные аппараты, а также управлять ими. О сложных технологиях на простом языке в следующем сюжете. Беспилотные летательные аппараты. Еще несколько лет назад трудно было представить, что каждый школьник сможет научиться управлять технологичным устройством. Сегодня это реальность. Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства ВДЦ «Смена» совместно с компанией «ИТКОМ» запускает новое направление работы. У нас вводится новое направление – это обслуживание и управление беспилотными летательными аппаратами. И особенность данного направления, как, наверное, и всех образовательных программ нашего центра, что мы не просто играем в профессию, играем какими-то производственными навыками, мы обучаем основам той производственной и реальной деятельности, с которой ребенок столкнется уже в взрослой жизни. Участники образовательной программы также смогут познакомиться с внутренним устройством беспилотников во время его сборки. Стоимость одного комплекта от 92 тысяч рублей. В набор входит два дрона, два пульта управления, инструменты для сборки и шлемы, при помощи которых можно управлять летательным аппаратом от первого лица. Может быть, человек, он хотел бы и полетать, как бы у него была такая мечта летать. И вот можно с помощью виртуальных очков как бы ощутить вот этот полет. Но я считаю, что это большой плюс. Прежде чем пилотировать настоящие квадрокоптеры, молодые специалисты смогут пройти тренировочный курс на компьютере. А для тренировки маневренности есть специальная гоночная трасса. Технически мне стало интересно, так как по моей будущей профессии это... Я автомеханик, и я думаю, что мне это очень сильно потребуется в будущем. Видеосъемка тушения пожаров, спасение на воде. Широкий функционал дронов делает их незаменимыми в современной жизни. А площадка Всероссийского детского центра «Смена» позволит подготовить опытных специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами. Всегда что-то новое, это интересно. Поскольку в своем городе я такого никогда не видела, я могу сказать то, что это действительно удивительно. На самом деле можно не только, как мы видим, поуправлять, но также собрать эти квадрокоптеры. Я считаю, что в будущем это очень поможет людям. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424 19.